Доброе утро! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы снова рады всех приветствовать на нашем прямом эфире, который посвящен... Напомните, пожалуйста, о чем мы говорили вчера, а я вам скажу, о чем мы будем говорить сегодня. Тема вчерашнего нашего общения была тесно связана с домашним заданием, которое получили все участники вчерашнего эфира. И я, наверное, жду сейчас, что те, кто справился с заданием или не очень, обязательно сейчас с этим поделятся. Меня зовут Алена Солмина. Да, у нас вчера рассказ шел о комплексном уходе. И домашнее задание было как раз вот самое, что ни на есть, простое и естественное, естественно вытекающее из того, о чем мы вчера говорили, рассказывали, показывали. Нужно было осуществить комплексный уход и поделиться, испытать какие-то новые чувства, может быть, для кого-то, и поделиться ощущениями вот сегодня на нашем эфире, в самом начале. Давайте, друзья, сейчас тоже это сделаем. Расскажите, пожалуйста, кто из тех, кто нас сейчас слушает, а нас прям вот куча мало народу, кто вчера испробовал на себе комплексный уход? Какой это был комплексный уход? Из каких средств он состоял? Какие у вас самые главные ощущения, впечатления, открытия, может быть, какие-то вы совершили? Все молчат, как белорусские партизаны. Ну что ж, ладно. Не буду в таком случае нас сегодня много времени, много информации, которая потребует большого количества времени. Но говорить мы будем о средствах дополнительного ухода, которых в бренде NovAge необыкновенное количество. И самое главное, что это средства, которые обеспечивают нам необыкновенный результат. И мы тоже сегодня будем, получится, обо всех средствах поговорим. Не получится, кстати, нам нужно сегодня обязательно отслеживать время. И я думаю, что мы справимся с задачей, которая перед нами стоит. Ну, как всегда, начнем с того, с чего начинается применение любого средства дополнительного ухода. Тоже начинается со средств, с этапов комплексного ухода, о котором мы вчера говорили и показывали. Потому что и сегодня мы в том числе будем рассказывать о продуктах и по возможности их демонстрировать, потому что... Мне кажется, это будет и правильнее, и кого-то вот сподвигнет на использование тех продуктов, о которых мы говорили вчера, в том числе, и либо это будут продукты, которые из дополнительного ассортимента, которые сейчас представлены в каталоге, в том числе. И я надеюсь, что, кстати, да, вот даже прессованная маска есть среди аксессуаров в каталоге. Надеюсь, что мы сегодня тоже с пользой проведем дело, время. И, кстати, вот, отлично, что у нас есть возможность листать каталог. Так, и даже глядя по каталогу, сейчас, секундочку, еще один продукт захвачу. Ну что, давайте обо всем по порядку, прямо здесь и сейчас. Ну и, как всегда, мы начнем подготовку с использования очищающего средства. Я надеюсь, что вы вчера, те, кто нас слушал вчера, а те, кто сегодня только присоединился, поймут, насколько важно использовать все этапы комплексного ухода, особенно если есть возможность дополнить их аксессуарами. Мы вчера и рассказывали о салфеточке для умывания, и рассказывали, и показывали, и демонстрировали спонж коньяку. Он тоже сегодня присутствует.
И в каталоге, кстати, есть его прежняя оригинальная такая белая версия, которая сопровождает бренд New Age в каталоге. Я сейчас провожу увлажнение кожи предварительно. Если помним, очищающее средство наносится на влажную кожу любое, в том числе и средства для снятия макияжа с лица, средства для снятия макияжа с глаз. Мы вчера об этом подробно тоже говорили, демонстрировали, рассказывали, показывали. И сейчас я приступаю к очищению лица, используя всем известное, тем, кто знаком и использует комплексный уход, средство для снятия макияжа и загрязнения, очищающий гель-тоник 2 в 1. Нанесла на лицо при помощи ладошек влажных, так будет комфортнее, шею и декольте. Распределила по всему лицу, кроме области вокруг глаз. Шея, декольте. Ну а теперь смываю само очищающее средство и вместе с ним макияж. Делаем это при помощи спонжа коньяку, либо салфеточки для умывания. Я думаю, что у многих из тех, кто давно, ну или уже полюбил комплексный уход, который представляет из себя 4 этапа, 2 минуты утром, 2 минуты вечером, не обходится его комплексный уход без такого продукта под названием увлажняющая эссенция для кожи лица, которая, кстати, замечательно представлена сейчас в каталоге и по очень привлекательной цене. Я сейчас и говоря, иначе говоря, рассказывая о продукте, буду делиться с вами и ощущениями, и информацией, ну, такого, скажем, официального характера. Несколько капель продукта выдавила в ладошку и нанесла на все лицо. Шею, декольте. Это один из традиционных продуктов, которым пользуются женщины Японии, Кореи, Китая. И надеюсь, что наши соотечественницы тоже его полюбят, потому как он отлично дополняет комплексный уход и, самое главное, конечно же, способствует восстановлению кожи, укреплению эпидермиса, улучшению цвета лица. Вы, наверное, тоже это сразу замечаете. Придает более здоровый вид кожи. Особенно это заметно и при мгновенно при однократном использовании, и уж тем более, когда ты пользуешься таким продуктом на регулярной основе. Кстати, эффективность продукта под названием увлажняющая эссенция доказана клинически. Наверное, для многих из нас такая задача, как справиться с расширенными порами, уже актуальна много лет. Так вот, клинически подтвержденный результат или научный факт. Поры менее заметны, их количество и даже размер уменьшается, и это подтверждено клинически. Кожа наполнена энергией и выглядит моложе. Наносить нужно, вот как мы сейчас это сделали, сразу же после очищения гель-тоником, мягко вбиваем средство в кожу подушечками пальцев, ожидаем полного впитывания и не смываем. Ну, а дальше продолжаем все этапы комплексного ухода. Напомните, пожалуйста, напомните, пожалуйста, какие это этапы ухода? Я просто отвлеклась на вопрос, сколько раз в неделю его использовать. Его нужно использовать, если ты
собираешься обновлять кожу на регулярной основе и утром, и вечером, сразу же после очищения. В моем случае это уже второй флакон, который как раз вот говорит о том, что я пользуюсь этим продуктом на ежедневной основе и не расстаюсь с ним даже в командировках. Всю бутылочку, конечно, я не беру с собой, но в такой вот вариант пробника отливаю маленькую бутылочку и не могу себе представить, как бы выглядел комплексный уход NewAge в моем случае без этого продукта. А такие, кстати, продукты, которые мы, ну, скажем так, внедрили в свой личный комплексный уход, у каждой из нас, наверное, масса. И об одном из них я уже сейчас, друзья, рассказала. А хочется рассказать еще и о таком продукте, без которого современная жизнь невозможна. Конечно же, нам время от времени требуется проводить так называемые пилинговые процедуры, от английского to peel, счищать кожицу, такую вот тонкую-тонкую, ну, проще говоря, убирать старые клеточки рогового слоя. Такая процедура направлена как раз для того, чтобы после того, как ты удалил старые клеточки рогового слоя, кожа выглядела обновленной, приобрела гладкость, ровный цвет лица. Все это происходит из-за того, что старые клеточки покидают кожу, а на смену им приходят новые. Запускается так называемый процесс регенерации и обновляются все процессы, которые особенно с возрастом, или если мы давно уже не проводили таких вот отшелушивающих процедур, позволяют нам очень деликатно, без каких-либо абразивных компонентов в составе, а за счет химического состава формулы, точнее, за счет присутствия в составе кислот фруктовых, альфа-гидроксикислот, бета-гидроксикислот и энзимов граната, это вот мы рассказываем о формуле продукта, обновляющий пилинг для лица, как раз вот очень деликатно, очень нежно и, самое главное, очень эффективно отшелушить старые клеточки рогового слоя, таким образом ускорить клеточный обмен, улучшить текстуру кожи, сделать ее гладкой, а цвет лица более здоровым. В качестве представителя альфа-гидроксикислот мы встречаем в составе гликолевую кислоту, которая способствует мягкому отшелушиванию самого верхнего слоя клеток эпидермиса. И бета-гидроксикислоты, самый активный представитель, самый эффективный и самый распространенный, это салициловая кислота, которая по своему происхождению схожа с альфа-гидроксикислотами, но они имеют дополнительную углеродную группу, что делает их жирорастворимыми и обеспечивает способность глубже проникать в дермальные слои кожи под эпидермис. Иначе говоря, этот пилинг работает на всех уровнях кожи, и к тому же еще салициловая кислота обладает стимулирующим действием, что очень важно для возрастной кожи. Энзимы граната, кстати, как такой тоже очень серьезный компонент в составе пилинга, защищают от негативных воздействий окружающей среды, очищают от обмертвевших клеток вместе с бета-гидроксикислотами, альфа-гидроксикислотами и ускоряют процесс клеточного обмена. Я однажды услышала фразу о том, что пока конкуренты Oriflame только собираются создать еще такой продукт, в котором бы они объединили как раз вот представителей разных фруктовых кислот, которые бы работали на всех уровнях кожи и способствовали очень деликатному отшелушиванию. Компания сделала такой продукт, и я думаю, что мы вправе гордиться им и использовать его на регулярной основе, а именно каждый вечер, обязательно вечер, с интервалом 2-3 дня, использовать этот продукт на чистую кожу, вот как мы начали уход сегодняшний, нашу сегодняшнюю встречу с очищением, наносить на кожу
тонким слоем. Сейчас мы его продемонстрируем. Даже можно нанести на кожу, но учитывая, что сейчас дневное время, я бы все-таки не хотела этого делать, потому что лучше все отшелушивающие процедуры, особенно те, которые, формулы которых основаны на фруктовых кислотах, производить в вечернее время. Даже не лучше, а это рекомендация, которой мы следуем. А утром обязательно использовать крем с SPF-фактором. Если помните, мы вчера использовали дневной крем и коллаген. У него самое что ни на есть надежная защита от солнечного излучения на уровне SPF 30. Достаточно, даже если это будет дневной крем с SPF 15, как практически в любой серии New Age комплексного ухода, которые мы подбираем индивидуально и согласно потребностям своей кожи. Вот такого слоя, который будет нанесен на кожу лица, кроме области вокруг глаз, шеи и декольте, будет более чем достаточно. Через 20 минут мы увлажняем руки водой и приступаем к отшелушиванию. За это время пилинг успевает немножко так вот подсохнуть. И как раз вот такими легкими массирующими движениями мы способствуем отшелушиванию уже таким вот воздействием извне при помощи пальцев рук. Никаких спонжиков, никаких салфеточек уже не требуется. И вот легким движением руки, пальцев рук, смываем с кожи лица. И кожа становится такой обновленной. Прямо вот я еле сдерживаюсь, чтобы не нанести на кожу, потому что я, признаться, давно уже не использовала пилинг, который есть у меня дома, а сегодня обязательно вечером этим воспользуюсь. И утром, кстати, кожа выглядит ну просто необыкновенно нежной. И, кстати, это ты сразу же чувствуешь после однократного же применения пилинга, который очень деликатен к любой коже, даже самой что ни на есть чувствительной, несмотря на то, что в составе такие вот серьезные компоненты, которые способствуют... даже вот на коже рук после, можно сказать, несколькоминутного пребывания пилинга, ты ощущаешь, какой гладкой, какой нежной и какой вот упругой становится сразу кожа. И это очень важно не каждый вечер только, а каждые 2-3 дня. То есть я сегодня сделала, прошло 2-3 дня, сделала, повторила процедуру и так постоянно. 2 раза в неделю. Это достаточно, ну, допустим, будние дни и воскресные дни мы используем пилинг. И главное, не забываем утром использовать дневной крем с SPF-фактором. Договорились? Отлично. Пошли дальше. Кстати, в качестве средств, которые способствуют нежному отшелушиванию или продуктов, которые предназначены для пилинга, в New Age есть еще один продукт, это уже двухфазный продукт, это тоже пилинг. Всем известные вот эти вот заветные тюбики с цифрами 1 и 2. И, кстати, с самого начала их появления мы, конечно же, тоже оценили этот продукт. Но здесь, кстати, в формуле присутствуют альфа-гидроксикислоты, молочная кислота и гликолевая кислота, которые тоже очень нежно, очень деликатно воздействуют на кожу. Наносятся средства под номером 1, тюбик под номером 1 на, опять же, чистую кожу, лицо, кроме области вокруг глаз, шея, декольте. И через 10 минут можно смыть водой, а можно сразу же нанести нейтрализатор. И делать это нужно, допустим, состав средства номер 1 и номер 2 тоже нужно наносить при помощи ватных дисков. Но кто-то из нас уже научился это делать при помощи пальчиков. Но рекомендация делать обязательно, распределять средство, наносить его при помощи ватных дисков. Сам нейтрализатор тоже можно не смывать водой. А дальше продолжаем все этапы ухода. Собственно, все, что бы мы из дополнительных средств не использовали, следом
Да, очищающие маски уже не используются, Альбина, потому что в качестве очищения, глубокого очищения, уже были использованы либо двухфазный пилинг, либо обновляющий пилинг для лица New Age, о котором мы так подробно говорили. А о масках мы, кстати, поговорим. И есть такие продукты, о которых мы тоже, которые мы тоже можем, кстати, после пилинга использовать. И, мне кажется, даже должны это сделать для того, чтобы повысить эффективность отшелушивающих процедур. Потому что все, что затем будет нанесено, будет работать еще эффективнее. И почему бы не воспользоваться такой возможностью и не использовать, например, состав масок, которые есть в Oriflame. И, кстати, представлены сейчас в каталоге, это тканевые маски. И давайте мы как раз вот о них сейчас поговорим. Их три, а если даже быть точнее, четыре разновидности. Две у меня уже есть в руках. И если помните, одна из, опять же, предшественниц тканевых масок с гиалуроновой кислотой, с ниацинамидом, время от времени тоже появляется иногда в распродажах. Но наша, конечно, задача познакомиться с масками, которые представлены сейчас в каталоге. Это три разновидности тканевых масок. Вообще о них можно рассказывать бесконечно, особенно когда ты знакомишься с составом этих продуктов. И вот, ну, допустим, сейчас вечернее время, представим себе, я использовала пилинг. Самое время воспользоваться и маской в том числе. Причем, если раньше мы говорили, что любая маска, кремовая, гелевая, тканевая маска, требовала, ну, скажем, нанесения и затем рекомендовалось принять горизонтальное положение, чтобы максимально расслабились мышцы лица и чтобы мы получили эффективность от воздействия процедуры как можно более высокую, то сейчас, обратите внимание, наука настолько шагнула далеко вперед, что, наверное, соответственно потребностям деловой женщины, у которой каждая минута на счету, и даже иной раз найти 15 минут для того, чтобы побыть наедине и абсолютно отречься и перестать заниматься делами, которые у тебя есть по дому. Иногда у тебя такой вот напряженный деловой график, что ты даже на работе, допустим, для того, чтобы к вечеру выглядеть достойно для какого-то ответственного мероприятия, ты можешь даже нанести эту маску не только в домашних условиях, но и в условиях, когда ты находишься на работе. И, можно сказать, не отрываясь от работы, приступаешь к бьюти-процедурам. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. Я нанесу маску. Это укрепляющая маска тканевая, а причем ткань, которая пропитана уникальным составом, о котором мы поговорим чуть попозже, после того, как я извлеку масочку, распределю ее по коже лица. Она специально создана для уставшей и увядающей кожи, потому что она восстанавливает естественный защитный барьер, укрепляя кожу и наполняя ее сиянием. Формула с экстрактом стволовых клеток растений. Это уникальный состав. Уникальная, кстати, даже ткань особенная. И называется она красиво Tencel. Секундочку. Соблюдаем инструкцию. Распределяем по коже и продолжаем вести эфир в таком вот чудном виде, который иногда пугает окружающих. Но я сегодня специально уединилась, закрылась. Но только не от тех, кто нас слушает сейчас в прямом эфире.
и могу продолжать вести его, рассказывая о продукте. И, кстати, вот как раз вот эта уникальность ткани Tencel, которая изготавливается из древесины эвкалипта, позволяет как раз вот нанести ее и использовать ее в таком вот привычном для нас вертикальном состоянии, когда мы находимся. Распределили по коже, можем на шею тоже распределить состав. Но поскольку мы экономные хозяйки и знаем, что в составе упаковки еще и остается очень большое количество жидкости, которой пропитана маска, то можем воспользоваться еще и тканевой маской, которая находится, ну вот сейчас среди аксессуаров представлена. И, например, поделиться такой маской с подружкой можно, заодно рассказать ей о том, что это за такой необыкновенный продукт, который способствует благодаря экстракту стволовых клеток растений способствует восстановлению эластичности кожи и оказывает антиоксидантное действие, нейтрализуя свободные радикалы. В пропитке же присутствует комплекс Stress Protecting, который защищает кожу от внешних воздействий, укрепляет, возвращает эластичность, здоровое сияние. Особенно это заметно на уставшей возрастной коже. Пожалуйста. Она становится более эластичной и сияет здоровьем. Комплекс увлажняющий и антиоксидантный, который защищает от окислительного стресса, укрепляет естественный липидный барьер и ухаживает за кожей, возвращая ей здоровое сияние и молодость. Ну а сама ткань Tencel сама по себе вот весьма и весьма оригинальная, и она ложится как вторая кожа и помогает активным ингредиентам распределяться по всей поверхности, обеспечивая наилучшее проникновение полезных веществ. Так что засекаем время 15 минут, и к тому же, кроме экстракта стволовых клеток растений, который вот мы сейчас эффектом которых будем наслаждаться, в составе пропитки присутствует уникальный набор активных ингредиентов, которому бы позавидовал любой крем. Да, обязательно, конечно, нужно очистить кожу и на очищенную кожу нанести масочку. Итак, в состав пропитки входит экстракт стволовых клеток. Если вдруг спросят дотошные нас клиенты, то мы знаем, что это опунция, есть такое растение. Плюс экстракты синеголовника, цизальпинии, селагинеллы, масла органии, оливы, подсолнечника, жожоба, миндальное масло, масло ши и макадами. Представляете, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь масел. И еще и экзотических растений, которые как раз вот все вместе, ну, например, экстракт синеголовника приморского, богат эфирными маслами и прочими активными компонентами, фруктовыми кислотами в том числе, и обеспечивает быстрое восстановление клеточного дыхания, усиление обмена веществ, стимуляцию выработки структурных белков коллагена и эластина, ну и мощную антиоксидантную защиту. Кроме того, есть еще и разглаживающая маска, которая предназначена для тех, у кого ярко выражены морщины, и необходимо увлажнить кожу, придать ей здоровое сияние и молодость. Это вот как раз вот разглаживающая маска. Но для тех, кому требуется дополнительное питание, в самое время как раз вот вечером использовать такой продукт, формула на основе экстракта стволовых клеток растений, которая оказывает антиоксидантное действие, нейтрализует свободные радикалы. И, кстати, в пропитке также присутствует никотинка или витамин В3, который восстанавливает, мгновенно наполняет кожу энергией, делает ее упругой и сияющей. Вот три разновидности масок: разглаживающая, в моем случае укрепляющая, и питательная маска,
с уникальным составом и очень привлекательная цена в каталоге, которая как раз, вот, мне кажется, все три масочки нужно как минимум на пробу заказать, а лучше несколько штук для того, чтобы устроить для своей кожи вот такую вот, как у меня сейчас, по ходу действия такая вот будет процедура, которая в чат, что нужно добавить, уточните, пожалуйста, что нужно добавить в чат, или это, может быть, какой-то ошибочный комментарий сюда попал. Ну, а мы продолжаем знакомство со средствами New Age, которые представлены и дополняют наш комплексный уход. Представлены в ассортименте, конечно же, еще несколько продуктов, очень важных. И в особенности это продукт, который, без которого ни одна наша ни один выход в город, особенно в город загрязненный, как обычный город, большой город с загрязненным воздухом, не обходится. Речь идет о продукте, который помогает нам защитить кожу тогда, когда нам нужен дополнительный SPF-фактор, потому что есть кожа чувствительная. Это у меня такое сейчас вот наступило время, когда ты действительно хочешь расслабиться, потому что маска как раз вот этому, вот этой релаксации способствует, и поэтому мне сейчас приходится даже подбирать слова для того, чтобы продолжить рассказ о мультифункциональном защитном креме. С SPF 50, самый мощный SPF-фактор, который на сегодня существует, среди продуктов, которые представлены в ассортименте Oriflame. А поскольку наша кожа на ежедневной основе подвергается воздействию окружающей среды и ультрафиолетовому излучению, и загрязненному воздуху, и это, кстати, ускоряет процесс старения и приводит к тому, что кожа становится пересушенной, тусклой и неровной. И как раз вот для того, чтобы нейтрализовать действие всех этих негативных факторов, нам на помощь приходит мультифункциональный защитный крем с технологией Pollution Protect, которая образует на коже защитный слой и помогает справиться с агрессивным воздействием этой самой загрязненной окружающей среды, и витамин Е, который увлажняет кожу, защищает кожу от пересыхания и преждевременного старения, ну а SPF 50 и фильтр, который, кстати, на упаковочке отмечен такими для некоторых непонятными сокращениями, как буква, аббревиатура PA и 4 плюсика, обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолетового излучения, предотвращает появление пигментных пятен и неровного тона кожи и морщин. Ну а также возвращает коже здоровое сияние, ровный тон, и могут быть использованы в качестве основы под макияж. Доносить этот продукт с таким мощным SPF-фактором, мультифункциональный защитный крем для лица с SPF 50, рекомендуется после комплексного ухода, после нанесения дневного крема, тонким слоем, распределяя, и даже в течение дня, даже если у нас уже есть макияж, поверх самых выступающих участков на лице мы тоненький слой наносим. Это надежная защита от ультрафиолета, особенно для тех, для кого эта защита актуальна. Мы сегодня неоднократно упоминали важность использования средств, в составе которых присутствует SPF-фактор. И это не только средство для ухода за кожей лица, но и средство для ухода за кожей рук. Я не могу себе сейчас представить, что в ассортименте других серий есть еще дневной, есть еще крем для рук, который может похвастаться таким серьезным SPF-фактором, как крем для рук, специально созданный для ухода за возрастной кожей рук, за кожей, на которой уже есть пигментация.
И эту. Интенсивный антивозрастной крем для рук с SPF 25, который я сейчас наношу на кожу. И уверена в том, что он обеспечит мне 24-часовую увлажняющую функцию, которая сохранится на коже, даже если мы будем неоднократно пользоваться водой. Иначе говоря, после каждого мытья рук стоит только один раз нанести этот крем, какой у него необыкновенный аромат. Ты обеспечиваешь себе увлажнение на целые сутки. Кроме того, заметно сокращается пигментация на руках и морщины, благодаря тому, что в составе присутствует специальный антипигментационный комплекс, который замедляет выработку меланина в клетках, выравнивает тон кожи и заметно уменьшает пигментные пятна, уже существующие. А комплекс активных ингредиентов, увлажняющий, способствует еще и разглаживанию морщин и обеспечивает ощущение увлажненности кожи, которая сохраняется на целые сутки. Ну и заветная никотинка или витамин В3 стимулирует клеточный обмен и производство коллагена, и повышает эластичность кожи и укрепляет защитный барьер кожи. SPF 25 защищает от фотостарения, которое вызвано ультрафиолетом. И вот теперь обе мои ручки надежно защищены от всего того, что мы сегодня тоже вот неоднократно подробно перечисляли, всех факторов окружающей среды, которые, если кожу рук, кожу лица мы еще худо-бедно как-то при помощи дневных кремов, либо средств декоративной косметики, в состав которых присутствует SPF-фактор, защищаем, то вот особенно летом кожа рук достается, что называется, по максимуму, в том смысле, что пагубное воздействие окружающей среды воздействует в первую очередь на незащищенные участки кожи тела, и это как раз вот руки, потому что как только мы снимаем варежки, снимаем перчатки, мы почему-то забываем о том, что коже рук требуется защита такая вот невидимая в виде как раз вот кремов. И с наступлением теплого времени года мы как раз вот грешим в том смысле, что меньше используем дневной крем, но только, что называется, по необходимости. И специально для того, чтобы защитить кожу от появления пигментации, от появления морщин, от того, что приводит к старению кожи, преждевременному старению кожи рук, мы сознательно кремы с такими серьезными формулами пока еще не используем. Поэтому пользуемся случаем и возможностью использовать подобные продукты на регулярной основе, как минимум утром, после того, как мы уже приготовились выйти на улицу, наносим крем и надежно защищаем кожу рук, уверены в том, что на практически до вечера у нас будет замечательная возможность защитить кожу, даже если мы крем нанесли всего один раз утром, имеется в виду крем для рук. Вот сейчас я сняла маску. Ох, мне очень нравится свое изображение в экране. Очень нежная кожа. Как говорят, сытая кожа. Я ее не узнаю. Остатки маски, пропитки маски втираем, вбиваем кожу. Можно делать легкий массаж. Вот это как раз вот для тех, кто соскучился по массажным процедурам, и, пользуясь случаем, мы к ним возвращаемся. Кстати, те, кто любит массаж со средствами Nova Age, наверняка оценили не в качестве основы для массажных процедур
и состав капсул Nutrisix, который сейчас присутствует в каталоге, и мы обращаем на них внимание. Прямо вот хочется тоже эти продукты нанести на кожу, но я думаю, что сегодня для моей кожи уже будет достаточно. Если помните, то капсулы, вот они, похожие на рыбок, тоже пропитаны, насыщены уникальным составом, который, кстати, позволяет вот эта вот технология инкапсулирования, проще говоря, вот эти вот рыбки, которые мы, слово, которое мы так любовно называем, эти капсулы, не использовать консерванты, отрываем хвостик рыбки, выдавливаем капсулу 6 маслами в ладошку. Ну вот, как только ты начинаешь рассказывать и показывать продукт, конечно же, ты будешь вынужден нанести состав на кожу. О боже, какая прелесть. Немножко согрели в руках, это очень важно для нанесения продукта. Не теряем дар речи, а уже теряем, чувствую я. Масло лимнандоса, авокадо, черной смородины. Вот этого количества масла хватает на все лицо, шею, декольте. Маски можно, если речь идет о вопрос о тканевых масках, использовать 1-2 раза в неделю. Можно устроить себе такие вот курсы, может быть, допустим, 7 штук приобрести, и каждый вечер по одной масочке. Масло Эко Бьюти, да, также используется. Оно заменяет, кстати, ночной уход, ночной крем. И сразу же после нанесения сыворотки выдавливается в ладошку, в руках же согревается, распределяется по пальцам рук. Кто-то уже едет к нам, видимо, за порцией маски. Ага. Капсулы, кстати, можно тоже наносить либо вместо сыворотки, а дальше завершать нанесением ночного или дневного крема, либо использовать в качестве ночного крема, в качестве профилактики, например, 1-2 раза в неделю, как поддерживающий в тонусе, в молодости кожу продукт. Либо, если нам нужно срочно восстановить кожу, подготовить ее к какому-то ответственному мероприятию, либо просто мы в отпуске и хотим максимально использовать свободное время для того, чтобы подарить своей коже все самое необходимое, на что у нас в обычное, в рабочее время не хватало времени, не доходили руки, ноги, то вот сейчас, кстати, даже после нанесенной маски, нанесенная капсула, состав ее очень хорошо проник в кожу, и кожа стала такой податливой, упругой при этом, и очень нежной, бархатистой. И вот такое ощущение, что тебе не хочется даже вот от рук, от лица отводить руки для того, чтобы вот максимально насладиться этим продуктом. У нас осталось еще несколько минут для того, чтобы не познакомить с продуктом, а напомнить, что он существует. Для многих это продукт уже, который заменил, иногда даже вот дополнил комплексный уход на вечерний в качестве дополнительного средства, который рекомендован, мы его уже в качестве основного уже некоторые используем. Но вообще, конечно, ночную маску, которая сейчас, да, вот она уже готова практически к употреблению,
Особенно если у вас есть вот эта силиконовая лопаточка, она сейчас тоже, как я обратила внимание, представлена в каталоге, которой очень удобно наносить маску. Видите, как она добывается и как она распределяется по коже. Сейчас я нанесу на кожу лица все-таки, потому что это гораздо понятнее, когда ты вот водишь лопаточкой силиконовой, которая позволяет нанести на каждый миллиметр средства вот этот вот продукт замечательный, под названием «Ночная маска», которая позволяет восстановиться клеткам кожи во время сна. Сон – самое лучшее время для восстановления и, наверное, единственное возможное время для восстановления, потому что в дневное время кожа не восстанавливается. И вот мы сегодня не случайно перечисляли так подробно все факторы окружающей среды, которые воздействуют на нашу кожу днем, а вот для того, чтобы не дряться, мы как раз используем по максимуму ночь, точнее вечер, когда мы после комплексного ухода, после нанесения ночного крема, можно летом, когда у нас кожа становится сама по себе немножко жирнее, вместо ночного крема использовать, собственно, маску. Но если кожа сухая от природы, если нам больше, чем 35 лет, и у нас условно сухая кожа, тогда не пренебрегаем. Все этапы комплексного ухода соблюдаем. Ночной крем нанесли и тонким слоем при помощи силиконовой лопаточки на всю кожу лица, шеи, декольте нанесли маску ночную с гиалуроновой кислотой, с экзотическими маслами, названия которых мне так нравится всегда произносить, инка инчи и купуасу называются масла, питательные масла, которые укрепляют липидный барьер кожи, придают упругость, эластичность, здоровое сияние, это уже видно после первого же применения, помогают уменьшить появление мимических и глубоких морщин, и это тоже заметно после первого применения. И самое главное, как результат, ты на утро выглядишь так, как будто у тебя был полноценный 8-часовой сон. Она действительно заменяет те часы сна, которые мы в силу каких-то причин не можем естественным образом взять для себя. Так, да, вот значит, наша задача выполнена. Если кто-то вот, кого-то мы сподвигли на приобретение всех этих средств, то совсем скоро, как только вы начнете их использовать, ваша кожа уже даже после первого применения этих продуктов отзовется тем, что вы предоставите максимально комфортный, максимально деликатный и, самое главное, максимально эффективный уход, который дают средства дополнительного ухода Nova Age, о которых мы так сегодня подробно говорили. На языке фраза о том, что ночную маску, которую мы вот сейчас вот нанесли на кожу тонким слоем, не нужно смывать. Оставили вечером до утра. И утром мы вспоминаем о ее существовании только потому, что, глядя в зеркало, видим, какой отдохнувший, какой нежный, какой родной стала наша кожа, особенно если мы давно ей не дарили такие вот процедуры, которые позволяют нам, вот я вчера себя поймала на мысли, когда вот уже мы закончили эфир, все, о чем мы вчера говорили, все, о чем мы говорим сегодня, и не только говорим, но и обязательно производим на себе, позволяет нам полюбить себя. Как только ты это сделал по отношению к себе, ты сразу чувствуешь любовь окружающих. Это как звенья одной цепи. Понятно, что мы живем в такое время, когда нам на себя очень часто не остается времени. Но я думаю, что каждый из нас может даже в очень загруженном графике их для себя найти. Тем более, что мы сегодня сказали, что тканевую маску, например, можно использовать даже на работе. Если у вас есть такая возможность и есть такая необходимость, пожалуйста. У некоторых уже есть все. Да. Вот, я тоже хотела обратить внимание, друзья, нас на то, что сейчас в каталоге присутствуют капсулы,
которые дарят нам и восстанавливают кожу, дарят молодость в целом, если говорить, потому что это уникальный состав и уникальный продукт, который, возможно, мы для себя уже когда-то открыли, он уже, наверное, у нас даже закончился. Я вот приобрела новую упаковку для того, чтобы рассказывать о ней, показывать, и вот видите, даже вот на себе сегодня испытала, для того, чтобы еще раз порадоваться тому, какими продуктами мы с вами, девчонки и мальчишки, обладаем. И будет, наверное, преступлением терять время и откладывать на потом использование каких-то продуктов, которые, кстати, очень часто неожиданно для нас и особенно для наших клиентов, которые долго присматриваются к каким-то продуктам, вдруг для себя спустя какое-то время обнаруживают, что их продукта, к которому они так долго подходили и решались на его покупку, нет в каталоге. Потом его приходится ловить, например, в каких-то распродажах. Ну, это тоже не очень приятно, поэтому давайте вот, что, как говорится, здесь и сейчас, пока есть такая возможность, пока не ушло время, и как пока его можно остановить и даже вернуть вспять, пользоваться тем, что создали ученая компания Oriflame. И эту любовь и эту гордость за продукт передавать тем, кто видит нас, видит результат, делает нам комплименты, и не молчать, это не секрет, а теми продуктами, которыми мы пользуемся. За разговором я вот, пока еще несколько минут есть, я хотела бы еще об одном продукте рассказать. Это крем от покраснений, так он называется, который мы используем в том случае, когда со временем, с возрастом, в результате, кстати, неправильного очень часто использования тех же отшелушивающих средств, которые очень часто в арсенале обычных людей представлены всевозможными скрабами. И, как правило, пока еще люди не привыкли вот к таким вот нежным текстурам без абразива, в качестве абразивных материалов присутствует, например, очень серьезная такая вот абразивная кожа, крошка, каких-то, ну, допустим, скорлупы миндального ореха. И очень часто, как с нами случается это, мы, что называется, дорвались. Вот мы ничего не делали с кожей, и про комплексный уход слышали, но не делали этого. И тут вдруг нас осенило, эх, дай-ка я буду использовать скраб. И очень часто еще и это скраб, например, вместе с каким-то аксессуаром, например, с губкой для умывания. И все. И кожа, которая вдруг ни с того ни с сего такой вот удар по себе получила, да, может быть, мы там что-то и отшелушили, от каких-то старых клеточек роговую кожу избавили, но дополнительно еще и получили раздражающий эффект. И если практиковать такой уход в кавычках постоянно, то еще некоторые есть товарищи, которые глиняную маску используют после скраба, что недопустимо, потому что сама по себе глиняная маска тоже обладает очищающим и отшелушивающим действием. Либо скраб, либо маска глиняная, на основе глины, например. И поэтому очень часто появляется купероз, сосудистая сеточка на крыльях носа, на щечках, либо эта профессия связана с перепадами температур. Ну, на поварих, представьте себе, пожалуйста, у них кожа как раз выдает как раз вот профессиональную принадлежность. Поэтому крем от покраснений как средство дополнительного, а потом уже основного ухода мы наносим. Я вот с этим продуктом не расставалась все холодное время года, потому что на холод тоже очень кожа реагирует. И не столько даже на холод, сколько на перепады температуры, потому что в помещении плюс, на улице минус, да еще и с ветром и прочими факторами окружающей среды негативными. И крылья носа, щечки сразу же покрываются. Понятно, что я сейчас на ночную маску наношу, но принцип понятен. Вот такими вот вбивающими движениями в те места, где выражена сосудистая сеточка.
пока не забуду, скажу, когда мы наносили крем для рук, если наносить его на ночь и надевать затем перчатки, это получается маска для кожи рук. И таким способом крем, да он дневной с SPF фактором 25, можно использовать иначе на ночь для кожи рук в качестве маски. И, ну, допустим, на подбородке. Я сейчас себя в зеркало не вижу, но приблизительно помню, где у меня есть такие участки, которые требуют использования крема от покраснений. Выбиваем. Сам красный пигмент, который от сосудистой сеточки возникает, мы тоже гасим его желтым пигментом и используем его и утром, и вечером. Очень-очень небольшом количестве для того, чтобы не было много и не было такого вот желтого пигмента, который у меня, по-моему, сейчас появился. Но учитывая, что мы все-таки все продукты, практически все одновременно нанесли, да, он тонирует и успокаивает кожу. И самое главное, он воздействует, ну, как лекарство, на стенки кровеносных сосудов, укрепляя их. Ну, девчонки, на этом мы заканчиваем, потому что эфир бесконечно длиться не может, и лучше немножко подстраховаться и закончить пораньше. Но я думаю, что мы все сегодня тоже зарядились мыслью о том, что нам нужны и средства комплексного ухода, и дополнительного ухода в том числе. Если они закончились, пополняем коллекцию. А пока на этом прощаемся. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы с домашним заданием тоже справитесь. Показываю крем от покраснения, если речь шла о нем. И продолжаем в том же духе. Встречаемся на наших мероприятиях и в том числе на эфирах. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Пока-пока.